гнали машинку. Проблемка, сейчас покажу, в чем заключается. Но для начала хочу показать вот такие вот силовые якобы пороги. Устанавливаются у меня, кстати, на втором стоят точно такие же. Только у меня такой проблемы почему-то нет. Смотрите как. Вот вроде дюраль там или алюминий, не знаю из чего это, сплав. Но коррозия жрет их не хуже, чем жрет железо. То есть просто превращая в бумагу. Кроме того, вот эти пороги давят на пластиковые накладки, он там лежит, и в итоге получается вот такая вот нелицеприятная картина. То есть вот вместе соприкосновений пластиковых накладок шоркает от вибрации и образуется вот такая вот кака. Заметили вовремя сквозной коррозии. Пока здесь нет, это радует очень. Будем песочить. Здесь также накладка. В таком вот виде. В общем, будем все это дело зачищать, грунтовать эпоксидным грунтом, красить и пороги заполнять отработанным маслом. Болты, которые крепят пороги, ни один не сохранился. Вот так вот все открутились. Видно, насколько, то есть вот, допустим, толщина болта нормальная, а это сожрало ржавчиной. Снизу довольно терпимо дела обстоят, но еще бы через годик, если затянуть, было бы намного хуже. Сейчас покажу инструмент. Специально он здесь не стал выдергивать клипсы. Сейчас покажу. Себе давно уже вот такой инструмент из плоскогубцев приварил, просто пластины для вытаскивания вот как раз таких вот пистонов. Зажимаем за юбку и тянем на себя. Все в целости и сохранности снимается. Дальше. Вот эти вот пистоны, которые крепят порог снизу, вот в этих отверстиях. Вот это уже сквозная. Скорее всего. Нет, еще металл остался. Эти пистоны как снимать? Берем шуруповерт, саморез. Я длинный не нашел, взял вот такой короткий. Вворачиваете его вот в этот сердечник пластмассовый. Дальше просто тянете плоскогубцами на себя, выдергиваете сердечник, дальше выдергиваете сам пистон. Сейчас все это дело разберу в вторую сторону. Все хорошенько отмою и будем приступать.
пока преобразователь работает, решил поменять свое масло. Вчера залез, посмотрел во всех узлах, то есть в мостах, в двигателе, в коробке, в раздатке. Было залито свежее масло, об этом хозяин мне говорил. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот вчера залез, проверил везде щупами, пролазил проволочкой, везде масло светлое. Видно, что меняли недавно. В этом плюс, конечно, хорошо, затраты минус. Сейчас завел, налил туда пол-литра соляры. Машина поработает до рабочей температуры, нагреется. Фильтр, кстати, откручивал, блядь, 2 дня масляный. Открутил только с помощью вот такого вот ремня ГРМ и куска трубки, потом как-нибудь покажу. Сейчас прогреется до рабочей температуры и буду менять масло, буду приучать к Лукойлу. Кстати, полусинтетику Суперлюкс масло не нашел, видимо, оно отсутствует уже в продаже как таковое. Сейчас продается вот такое. Это уже синтетика. Будем заливать его. И фильтр вот такой. Типа Made in Germany. Посмотрим, сколько там у нас температурка. Ну все, уже на рабочую температуру выходит. Сейчас прогреется еще немного и будем сливать. Фильтр поменял. Масло свеженькое залил. Обратите внимание, какая чистота под крышкой. Движочек прям как новый. Вот и на втором у меня также после Лукойла. Все блестит. Единственное лаковое отложение вот здесь вот на крышке только. И все. We'll be right back.
9 вечера. Закончил с покраской. Лак высох. Заклеил снизу пятаки под пистоны, отверстия пятаками скотча малярного. И сейчас как раз масло, которое я сегодня слил с своего двигателя, буду заливать в пороги. Как раз ночку постоит, до завтра стечет. Пороги высохли, масло стекло. Сейчас буду думать, как обезопасить в дальнейшем, чтобы не прошоркало в этом месте. Скорее всего, буду использовать скотч обычный. Наклею его в два слоя по всей длине порога. Единственное, по уму, конечно, надо было вытащить вот эти вот пистоны, но они одноразовые. Не повредив, вы их не вытащите. Сейчас наклею скотч и буду устанавливать порог. Наклеил скотч в два слоя. Ну, так с морщинами наклеился, но я думаю, тут эстетическая сторона вопроса играет уже второстепенную роль. Главное — уберечь порог. Сейчас необходимо сделать отверстие под пистоны. Протыкать нежелательно, потому что края будут потом отрываться. Для этого будем использовать газовую горелку и прожигать отверстие. Таким образом проходим по всем местам. Все закончено, все установлено. Но это ржавчина на самом пороге, на самом пластике. Скотч в два слоя. Здесь аналогичным образом. Вот показывал уже как-то в одном из своих видео, как подрезан бампер передний на пятом. То есть была трещина. И, ну, спаять уже кусков не хватало, поэтому приняли решение вот так обрезать. На мой взгляд, смотрится отлично. Это уже второй ховер, Андрюхи также подрезали. Мне нравится, как смотрится. То есть вот по сравнению с моим, допустим, с целым бампером, тот смотрится лучше. Но портить хороший бампер я пока не готов. Более эксплуатация по бездорожью не предвидится на этой машине. Но в будущем, скорее всего, также обрежу, потому что, ну, больше мне нравится.